Приветствую, моя армия, с вами LEGO Style номер 1. Сегодня у нас видео первая моя самоделка LEGO Bionicle, которая была запечатлена на камеру. Если вас заинтересовало, давайте наберем 60 лайков. Если вы думаете, что моя первая самоделка это та, которая была выпущена 3 года назад на моем канале, то это не так. Ее вам я никогда не показывал. Начнем с того, что мог это 2009 года. Сейчас мне 14 лет и сейчас 2017. Мне тогда было 6 лет. Как вы видите, самоделка радужная и крайне проста. И состоит всего из 23 деталей, я посчитал. Тогда я самоделить не умел и был очень маленьким. На фотографии видно маску мотора на тени, Матануи, одного из Агоры и Такануи. Что интересно, все эти маски, кроме Матануи, у меня до сих пор есть. Я очень рад этому. Не знаю, почему мне пришло в голову сделать 4-голового монстра, так решила тогда моя фантазия. А я повторяю, что мне тогда было всего 6 лет. Тело обычное, из сетов 2009 годов, от тех же Агори. На тело закреплены длинные шеи для голов. Та, что посередине, не помню откуда, а по бокам догадайтесь откуда. Да, от Агори. Откуда же еще? Шея головы, что посередине тела, закреплена вообще на креплении от Макуты Бетила. Ноги самые обычные. Бедра от Вастуса Голени от мотора Мария, как и ступни. Интересно, что все детали ног сохранились, хотя я не помню насчет деталей Вастуса. Знаете, если бы у меня сохранились все детали с того времени, я бы воссоздал эту самоделку и поставил себе на полку. Тогда она бы вошла в очень памятный для меня момент, хотя сейчас таковым является. Вот такая смешная самоделка, сделанная мною в 2009 году, получилась. Где пруфы, ребят, предоставить я их просто-напросто не могу. Разве что для тех, кто помнит, сейчас на кухне у меня прозрачный стол и другие стулья и обои. На этом все. Если вам было интересно, как выглядела одна из первых самоделок стайла, сделанная им в 6 лет, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И смотрите новые самоделки по био и не только в рубрике How To. С вами был LEGO Style номер 1. Всем удачи и пока, друзья.